Командиры прощаются и двигаются к своим частям. Что же они решат? Сложат ли белое оружие? И будет ли красная Сейчас армия? Сейчас мы посмотрим, как происходит процесс выстрела. В магазине расположен подъемный механизм, который также можно без особых усилий и инструмента отделить. Винтовка могла заряжаться из обоймы. Подающий механизм подавал очередной патрон. Личинка упиралась в шляпку гильзы, и патрон досылался в ствол. Солдат нажимал на курок. Пружина передавала свою энергию на боек. Происходил накол капсуля. Воспламенялся порох, и пуля покидала гильзу через канал ствола и далее отправлялась в полет либо за царя, за отечество, либо за власть советов. И белые начинают первыми стрельбу. Перемирие не получилось.